Жан-Мари? Жан-Мари, к телефону, жена звонит. Это срочно. Основано на реальных событиях. Я отомстил боссу. Я похитил его сына. Я его задушил и бросил тело в реку Волонь. Я ему отомстил. Эта трагедия всколыхнула всю Францию. Дело осталось нераскрытым. Я писал о подобном деле. Убийцей оказалась мать. История повторяется. Вон. Точно, мать, я это докажу! СМИ сошли с ума, семья убита горем. Кристина, комментарий? Я бы хотел кое-что показать. В этом конверте то, что вас интересует. Родственники говорят, есть новый подозреваемый. Кто? Бернар Ля-Рош, кузен Жанна Мари. Оставьте нас в покое! Убирайтесь отсюда! Жан-Мари говорит, что убьет тебя. Мы не можем сидеть здесь и спокойно его ждать. Я его не боюсь. Хочет решить по-мужски? Решим. Вы с ним близки? Да. Что ты делала после школы во вторник, 16 октября? Как всегда, села в автобус. Мюриэль Боль была в автобусе? Не было. Не было. Уехала на машине. В ее показаниях почему-то далеко не все данные сходятся. Из-за этого дела в прессе началась шумиха. Сначала обвинили мать Грегори. Теперь очередь адвокатов Ля-Роша. Так что Кристина Виамен в опасности. Кристина не автор анонимок, и она уж точно не убийца. Есть два клана. За Ля-Роша против Кристины и за Кристину против Ля-Роша. Но почему же все считают, что кланов всего лишь два? Я защищал истца. А теперь отца-убийцу и мать, которую обвиняют в детоубийстве. Думаешь, я монстр? Дело Грегори.